Один из самых прекрасных пляжей в мире расположен на греческом острове Закинф. Ярко-лазурные воды бухты Новайо манят отчаянных романтиков. Этот пляж с уверенностью можно назвать визитной карточкой всего острова. Заржавевший остов погибшего корабля эффектно и контрастно выглядит на фоне белоснежных скал и пронзительно синего моря. Кажется, природа сама спрятала чудесный пляж от посторонних глаз, окружив его отвесными скалами из известняка, поросшими соснами. Добраться в бухту, которую некогда обожали контрабандисты, можно только на экскурсионной лодке. Высота скал, окружающих бухту, превышает 200 метров, и спуститься с них без альпинистского оборудования практически невозможно. До 80-х годов 20 века пляж с бухтой носили куда менее романтическое название Святого Георгия в честь монастыря, расположенного в километре от пляжа на скале. В 1980 году здесь произошло событие, давшее пляжу нынешнее название Новайо, что по-гречески означает «кораблекрушение». Береговая полиция Греции преследовала контрабандистов, следовавших из Турции в Италию, чей путь проходил мимо острова Закинф. В результате погони бандиты посадили свое судно под названием «Панайотис» на мель у пляжа Святого Георгия. Затопив корабль, они скрылись на лодках. Менее популярная версия гласит о том, что корабль принадлежал обычной грузовой компании, и после того, как он сел на мель, а экипаж был эвакуирован, мародеры разграбили судно. Через 2 года после сильнейшего шторма судно выбросило на берег. Ржавый корабль, полузасыпанный песком, быстро стал местной достопримечательностью. Проржавевший корпус корабля не охраняется властями острова, и каждый желающий может оставить памятную надпись на его корпусе. Пиратская атмосфера небольшого пляжа делает его привлекательным для путешественников со всей планеты. Заплывающие сюда яхты делают остановку как минимум часа на полтора, чтобы туристы могли вдоволь понежиться в ласковом море.